Дорогие друзья, коллеги, с наступающим Новым годом вас, с наступающим Рождеством. И я могу сказать, что этот год мы просто преобразили в наших мечтах в реальность. Мы многого достигли, и направление блокчейн, и обрели уже стратегических партнеров в плане развития проекта Skyway, и наметили огромный вектор действия по адресным проектам, но это только начало. Нас ожидает великий и интересный 2019 год, с чем вас, друзья, я вас и поздравляю. Это будет действительно прорывной год, и давайте вместе все свизуализируем, что он принесет нам, всем нашим семьям, родным, близким, только счастье, радость, здоровье и благополучие. И, естественно, в нашем проекте Skyway все будет хорошо и даже еще лучше. Благодарю вас, друзья, с Новым годом, с наступающими праздниками. Уважаемые лидеры, уважаемые партнеры, уважаемые инвесторы, просто друзья, хочется поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать всего самого простого – счастья, любви, гармонии, конечно же, процветания с нашим Skyway. В следующем году, в 2019, нас ожидает первый юбилей, первые 5 лет, которые мы будем праздновать вместе с вами. И этот юбилей благодаря тому, что вы находитесь с нами и поддерживаете этот проект. И я надеюсь, что следующий год у нас будет еще интереснее, еще круче. С Новым годом, коллеги! Пока! Дорогие друзья, поздравляю всех с прошедшим старым годом, с наступающим Новым годом. Мы прошли достаточно длинный путь, но впереди все самое интересное. То, что прошло, то прошло. Надеюсь, верю, уверен. Желаю вам всем это постичь, эту уверенность, что новый наступающий год, да, год перехода уже в следующий период инвестирования, это завершающие фазы проекта, стартового технологического проекта и начала адресных проектов. Они уже все грядут, они подготавливаются, они начинаются. Это год интересный, когда мы научимся инвестировать уже в конкретные проекты, потому что от этого зависит наш успех, наше благополучие, и это интересно, это мощно, это следующее движение Skyway. Поздравляю еще раз, желаю вам всем всего самого доброго, успехов, процветания вам и вашим близким, доброго здоровья и успехов нам всем в новом году. Уважаемые инвесторы, партнеры, коллеги и друзья, это время Рождества, время, когда мы провождаем старый год и ожидаем новый год. И я хочу вас пригласить вернуться немножко в детство. Вспомните, как мы ожидали это время. Вспомните, как мы верили, как мы ожидали сюрпризы, подарки, чудеса. Это реально время чудес. И с какой энергией, с какой радостью. И мне хотелось бы, чтобы мы сейчас все наполнились этой радостью и этим желанием, и пониманием, и видением, что все возможно. В Рождество и в Новый год все возможно. Давайте начнем 2019 год с этим ощущением. Все возможно. Будем творить. С Новым годом 2019. Будем творить Skyway. Дорогие друзья, я бы хотел вам сказать спасибо вам за вашу работу, что вы сделали в этом году. Вы сделали очень-очень большую работу. Правление Skyway Capital вам передают поздравления с днем рождения. Я желаю вам много счастливых хвил в кругу ваших семей. Счастливый Новый год и до встречи на следующем году, 2019. Поздравляю вас. Особенно поздравляю моих человека из Словакии, из Чешской Республики. Спасибо вам, все, спасибо. Дорогие друзья, дорогие наши партнеры, инвесторы, те, кто поддерживает сегодня проект Skyway. В эту минуту
я бы хотел выразить вам огромную благодарность и поздравить с наступающим Новым годом всех. За этот год мы сделали потрясающие, колоссальные результаты, которые, наверное, не удавалось сделать ни одной инновации в мире так быстро и так эффективно. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом году наше общее детище, которое мы взращивали последние 4 года, нам принесло огромный результат. Результат в виде дорог, которые начинают строиться непосредственно по всему миру, а также и тех дивидендов, которые все ожидают непосредственно от реализации данных дорог. Еще раз поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. И чтобы в новом году вам сопутствовала удача, успех и самое крутое настроение. Благодарю вас всех.